Церковь дорогая, давайте мы, наверное, все-таки скажем слава нашему Богу. Dear church, let's say glory to our God. Мы приходим сюда. We are coming here. И что бы ни происходило, мы должны понимать, что это дом Божий. And no matter what happens, we have to understand that this is the house of God. Я повторю, что бы ни происходило, нужно понимать, что это дом Божий. I will repeat, no matter what is happening, we need to understand that this is the house of God. И приходить сюда нужно на самом деле, почитая Его святое имя. And we need to come here honoring His name. Что бы ни происходило в этом мире, no matter what happens in this world, Бог царствует. God is reigning. Бог царствует. God is reigning. Так получается, что какие-то проблемы нас сильно касаются, какие-то не очень. And it so happens that some problems are touching us a lot and some not so much. И у разных народов и у нас с вами бывают разные времена. And different nations and we have different seasons. А если глобально посмотреть, and if we look globally, то на этой карте on the Земли on the earth, чуть-чуть больше, чем 250 государств. There are more than 250 countries. Немножко меньше, чем 200 признанных, о которых нет споров территориальных. And less than 200 that are recognized that there are no problems with borders. И кто-то посчитал, and someone counted, что каждый день на Земле происходит около 30 военных конфликтов одновременно. There are about 30 military wars at the same time. Революции, гражданские войны, восстания. Revolutions and uprisings. Просто нам по новостям показывают, может, 5-10 стран, и поэтому мы думаем, что мы все знаем. But maybe in the news we just see 5-10 countries and we feel like we know everything. Представьте, в данный момент происходит это 30 войн. Imagine that right now there are 30 wars happening. А скольких мы знаем? And how many do we know about? Поверьте, что Бог знает больше, чем знаем мы. And believe me that God knows more than we do. Библия знает, Бог знает, что твоя жизнь пред Ним уже закончена. God knows that your life before Him has ended. Мы должны понимать, что когда мы приходим к Богу, мы приходим к чему-то намного большему, чем наше понимание и наше сознание. We need to understand that when we come to God, we come to someone that who is greater than our understanding. Дорогие друзья, у тебя и у меня есть надежда. Dear friends, you and me, we have hope. И ты и я. You and me. Ты гражданин неба в первую очередь. You are the citizen of the heaven, first of all. У тебя и у меня есть небесное гражданство. You and me, we are the citizens of heaven. И я понимаю, что мы по земному кому-то принадлежим, какому-то народу. And I understand that here on earth we belong to a certain nation. Но если это все, что у тебя есть, ты что-то потерял. But if that's all that you have, then you lost something. Мы граждане неба. We are the citizens of у тебя heaven. И у меня новое имя. You and me, we have a new name. У тебя и у меня есть новая печать. You and me, we have a new seal. В паспорте, который называется «Вечная жизнь», in the passport that's called eternal life, стоит печать ран Иисуса Христа кровью Его. You have the seal of Jesus Christ, of His blood. И там написано «спасен». And it is written there, saved. И если твоя жизнь прервется даже на этот момент, and if your life ends, even at this moment, ты спасен. You are saved. Но если у тебя нет этого паспорта, but if you don't have that passport, ты проживешь 200 лет на этой земле, you are going to live for 200 years, ты уже все потерял. And you already lost everything. Дорогие друзья, я хочу сегодня вас вдохновить тем, dear friends, I would like to encourage you, что наше жительство на небесах. That our citizenship is in heaven. На этой земле не будет никогда до конца мира. Земля никогда не станет раем. Петр просто, недолго размышляя, сказал, земля и все дела на ней сгорят. И потому что наше жительство на небесах, откуда мы Господа ожидаем. Я не знаю, с чем ты сегодня пришел на это место. Может, дьяволу получилось украсть у тебя и мир, и твое духовное состояние. And maybe devil was able to steal your peace from you and your spirit. Я сегодня пришел с Господом внутри себя. But I came with the Lord within. Что-то будоражило меня изначально. And something was bothering me. Что-то, какие-то мысли приходили ночью. Some thoughts were coming at night. И я сегодня обращаюсь к тебе, дорогой друг. And today I'm turning to you, dear friend. С чем ты пришел на это место? What did you come here with? С чем ты пришел на это место, чем наполнено твое сердце? What is your heart being filled? Я повторюсь, ты пришел в присутствие живого Бога. And again, I'll repeat that you came in the presence. Когда-то пред царями нельзя было приходить с грустным лицом. Перед земными царями. Мы сегодня пришли пред живым Богом. И я хочу тебя спросить.
Хочешь ли ты знать, чем Господь пришел на это место? Do you want to know why God came to this place? Мы так хотим, чтобы Он нас услышал. We want him to hear us. А Библия говорит, Он знает все твои нужды до того, как ты начал их говорить. But the Bible says that He knows of all of your needs even before you speak. А хочешь ли ты Его сегодня услышать? But do you want to hear Him today? Пришел ли ты готовым к слышанию Слова Божьего? Did you come here ready to listen to the Word of God? Если ты не пришел готовым, if you did not come ready, ты, скорее всего, уйдешь не услышавшим. Most likely you will leave without hearing him. Это дом Божий. This is the house of God. Я повторюсь, это дом Божий. I will repeat, this is the house и мы граждане God, неба. And we are the citizens of the heaven. Вот об этом мы должны говорить. And that is what we should talk about. Бог устроит все твои проблемы. God will resolve all of your problems. Бог участвует в нашей земной жизни. And God participates in our earthly life. Но Бог всегда отталкивается от вечности. But he always takes eternity. Все Божьи ответы в твою жизнь all of God's responses into your life будут исходить из понимания Бога, they will come out from the understanding of God, что Он хочет с тобой провести вечность. That he wants to spend eternity with you. Бог хочет с тобой провести вечность. God wants to spend eternity with you. И поэтому Он хочет наполнять тебя. That's why he wants to fill you. Поэтому Он хочет тебя наполнять настолько, he wants to fill you to the extent, чтобы ты мог благословлять, that you could bless, а не проклинать. But not curse. Чтобы ты мог говорить что-то доброе. That you could speak something чтобы good, ты мог нести надежду людям. That you could bring hope to people, чтобы ты был наполнен Его Словом. That you would be filled with his word. И когда ты наполнил Его Словом, and when you are filled with his word, у тебя будет мир. You would have peace. У тебя будет мир. You would have peace. Даже если крыша твоего дома загорится. And even if the roof of your house is on fire. Я думаю, что вы меня слышите. And I think you hear me. Мы в доме Божьем. We are in the house of God. Мы в доме Божьем. We are in the house of God. И где-то есть некий такой трепет. And there is this trembling. Понимая то, что Он контролирует все. Understanding that He controls everything. И Он слышит мои слова. And He hears my words. И Он слышит ваши слова. And he will hear your words. И ситуация, которая сейчас происходит, and the situation that is happening right now, было Ему известно задолго до того. It was known to him way поймите, что это now. Было известно задолго до того. Understand that he knew about it long before. Как бы нам хорошо понять, and how should we understand it? Чем это все закончится. How all of this is going to end. И что Бог думает по этому поводу. And what God thinks about this. Он царствует. He reigns. Он царствует. He reigns. Раскрывай свои желания перед Ним. Open your desires before Him. Но ты должен быть наполнен миром. But you need to be filled with peace. Ты христианин. You're a Christian. Ты не должен наполнен быть злобой. You should not be filled with проклятием. Curses. И еще чем-то. And anger and я понимаю, else. Что говорю сложно. And understand that it's об этом говорит Библия. And that's what the Bible об этом talks говорит about. Библия. The Bible talks about it. Божье должно оставаться нетронутым. What belongs to God should be, should remain untouched. Божье должно оставаться нетронутым. What belongs to God should remain untouched. И пророк Ветхого Завета скажет, если даже все у меня заберут, and the prophet from the Old Testament will say, я и тогда буду славить Господа и Бога моего. Even then I will be glorifying the вот Lord это правильное состояние. Right это тогда, когда все, что есть у меня, have, оно принадлежит Богу. И Христос говорит, не бойся тех, которые могут жизнь забрать. Says, бойся того, кто душу погубить может. Бойся того, кто душу может погубить. Дорогая церковь, мы пред Его лицом. 40 глава Исаия, 21-22 стих. In Isaiah 40, verse 21-22. Разве не знаете, разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала, разве не уразумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие перед ним, как саранча. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер жилья. Have you not known, have you not heard? Has it not been told to you from the beginning? Have you not understood from the foundations of the earth? It is he who sits above the circle of the earth and is in, and its inhabitants are like grasshoppers, who stretches out the heavens like a curtain and spreads them out like a tent to dwell in. Вот этими словами можно молиться. We can pray with these words. Я когда с ребятами неверующими говорю, when I'm speaking with unbelievers, о чем молиться?
What should we pray about? Обычно меня просят, напиши молитву. They usually ask me to write down a prayer. Напиши молитву, я буду ей молиться. Write down a prayer and I will pray it. Я говорю, ну мы таким не занимаемся. And I tell them, well, we don't do this. Я говорю, молись своими словами. Pray with your own words. Открывай Библию. Open up the Bible. Бери ее в руки. Take it into your hands. Читай 90-й псалом. Read Psalm 90. Читай 22-й псалом. Read Psalm 22. Прочитал еще раз их, читай. After you read it, read Открывай 55-ю главу Исаия. Open Isaiah, chapter 5. Читай Библию во время молитвы. Read the Bible as Наполняй свою молитву словами. Наполняй свою молитву весом. Наполняй свою молитву обетованиями Божьими. И ты посмотришь, что у тебя что-то начнет рождаться. Ты начнешь о чем-то молиться. Ты начнешь понимать объемы Божьи. Ты начнешь понимать, насколько Он велик. И нет ситуации больше, чем Он. Нет нужды, которую Он бы не мог решить. Просто когда мы не видим света, light, вот тогда мы теряемся. Но Христос говорит, Библия говорит, says, во свете Твоем light, мы видим свет. Во свете Твоем light, мы видим свет. Нет безнадежной ситуации с Богом. No Верующие люди, даже когда больны, они уходят с улыбкой с этой земли. People, потому что я знаю, в кого я уверовал. И я знаю, кто хранит мой залог на онный день. And I know who is keeping my money. Церковь дорогая, не страшно умирать. Dear church, it's not scary to die. Страшно умирать без Бога. It is scary to die without. Страшно умирать грешником. It is scary to die. Страшно умирать, что-то доказывая. It is scary to die trying to prove something. Однажды Христос уже доказал все этому миру. And Christ, he's proven. Христос сказал, я победил. And he said, I was victorious. И Библия говорит, сия есть победа ваша. And the Bible says, this is your victory. Каждый из вас уже победил. Every one of you gained victory. Не растеряйте это. And do not lose it. Не потеряйте мир. Do not lose peace. Не потеряйте состояние души. Do not lose the condition делитесь of your этим soul. Миром, делитесь надеждой. And share this peace and this hope. Когда все вокруг волнуются, when everybody is worrying, ты и твое состояние должен быть островком безопасности. You and your condition should be the островком island безопасности. Of safety. Как уже упоминал Иван Иванович. Like Ivan Ivanovich said, я помню, как все начиналось пару лет назад. I remember how everything started a few years ago. С вирусом, со всем остальным. With the virus and everything else. Дорогая церковь, я помню. Dear church, I remember. Я помню, когда я проповедовал перед пустым залом. I remember when I was preaching before an empty sanctuary. Представляя каждого из вас, кто где сидит. Imagine every one of you where you're sitting. Нужно было говорить слово. I had to speak. Знаете, the word. Что я помню? And you know what I remember? Я помню, говорил. And I remember I was saying что все закончится, that everything will end, и мы будем дальше жить, and we will continue и мы будем ходить в церковь, I'll continue to go и будем to church, Богу служить. And we will serve God. И я помню, как смеялись. And I remember how people were люди, у которых всегда конец света. People that always believe in the end of the world. Все заканчивается. Everything ends. И нужно будет жить дальше. And then we'll need to live. Все заканчивается. Continue living. Everything ends. И нужно будет жить дальше. And we'll need to continue помогать, living. Трудиться, закасавши рукава, как христиане. And work like Christians. Потому что еще продлится история этой земли. Because the history of this earth will и Бог go тебе on. И мне даст возможность много сделать. And God will allow you and me to do a lot. Будьте внимательны. Pay attention. Будьте готовы к слышанию. Be ready to hear. Будьте готовы к слышанию того, что говорит Господь. Be ready to hear what the Lord is saying. Все заканчивается. Everything ends. Бог царствует. But God reigns. Постарайся, чтобы твое сердце было в нем. And try to have your heart in him. Постарайся в день воскресный не включить новости. And try to, on Sunday, not to turn on the news. Не открыть телефон. Not to open up your phone. Библию открой. Open up the Bible. И заставь себя ее почитать. And make yourself read it. Наполни себя Словом Божьим. Fill yourself with the Word of God. Наполни себя Словом Божьим. Fill yourself with the Word of God. Чтобы ты и я. That you and me. Это не был сборник новостей. It wouldn't be just a collection of news. Это был сборник Божьих обетований. It would be a collection of God's promises. На каждый день. For every day. С утра до вечера. From morning to night. Я Божьим словом наполнен. I am filled with God's word. И ничто. And nothing. Не украдет у меня мир. Nothing will steal peace. Я на камне стою. Because I stand on a rock. Я на обетовании стою. I'm standing on promises. Я стою с тем. And I'm standing. Который был в начале. With the one who was. Который будет в конце. In the beginning and who'll be. Моя жизнь. My life. Маленькая искорка. It's just a small sparkle. Но она хранится в руках Божьих. But it is saved in the hands of the Lord. И есть одно безопасное место на этой земле. And there is a safe place on this earth.
рука Господня. The arm of the Lord. Рука Господня. The hand of the Lord. И Библия говорит, из руки Его не восхитит тебя никто. Nobody will steal you. Из руки Божьей from the hand of никто the Lord, у тебя ничего не заберет. Nobody will take anything постарайся from на эту территорию and try on this territory привезти свою семью. To bring your family to that привезти territory. Своих детей. Bring your children to that territory. Подтяни родных и близких. And your relatives and your close ones. Есть покой на этой земле. Because there is peace on this earth. Есть покой у ног Иисуса Христа. There is peace at the feet of Jesus Christ. Есть покой у ног Иисуса Христа. There is peace at the feet of Jesus Я не знаю, Christ. Дорогой мой человек. And I don't know, my dear Я friend. Эти последние дни молюсь, поднимаю свои руки без гнева и сомнения. These last days I'm praying and stretching out и Дух Божий hands. Наполняет меня. And the Spirit of the Lord Я не знаю, is что наполняет me. Тебя в эти I'm дни. Not sure what is filling you these days. К чему ты подсоединился, от того и наполнишься. What are you connected to? You're going to get filled by а that. Я поднимаю свои руки. But I am extending my hand. И слова Божьи записываю. And I'm writing down и я буду ими с вами делиться. And I will be sharing those with you. Потому что Бог не поменялся. Because God did not и change. Ничего внешнее не меняет мое внутреннее состояние. And nothing that's happening on the outside should not change you inside. Бог велик. God is great. И Он у меня не умолился. And he did not и Он остался smaller. Великим Богом. And he remains a great God. И у Него всегда есть что сказать. And he always has something to у Него say. Всегда есть что сказать. He always has something to say. Время меняется. Times change. Жизни меняются. Life changes. Проповеди меняются. Sermons change. Но Бог остается верным. But God remains the same. И я смотрю в Библию. And I'm looking in the Bible. И я сравниваю то, как мы живем. And I'm comparing how we live. И мне нравится, когда люди говорят разные сезоны. And I love when people say there are different seasons. Вот такой сезон у меня в жизни. This is the season in my life. Вот такой сезон в жизни. This season in my life. И так красиво звучит. And it sounds so great. Получается, этот сезон пришел. So it turns out that this season сам по себе пришел. Just came by on its own. Сам по себе уйдет. Is going to leave on its own. И завтра будет хорошо. And it will be good tomorrow. А Библия говорит, but the Bible says у Бога есть только два сезона. That God has only two seasons. У Библии есть только два сезона, которые написаны в Библии. Because the Bible has only two seasons that are described there. Есть сезон сеяния. There's the season of а есть сезон, sowing. Сезон жатвы. And harvesting. Это точно в Библии есть. And it's there definitely. Есть такое время у Бога. There is a time, for God. И когда мы молоды, and when we are young, мы очень много сеем, we are sowing a lot, но мало жнем. But we are not harvesting a lot. Но когда мы взрослеем, but when we get older, мы начинаем много жать. We begin to harvest. И очень мудро сеять. And we are sowing wisely. Очень мудро сеять. We are sowing wisely. Иногда даже где-то промолчав. Sometimes even, not speaking up, иногда что-то не сделав. Sometimes not doing something. Потому что мы приходим к Божьим законам. Because we come to God's laws. Божьи законы не вечны. And God's laws are eternal. Божьи законы не вечны. God's laws are eternal. И я всегда говорил и говорю. And I always said and will say. Что когда мы молимся, that when we pray, когда мы приходим сюда в присутствие Божье, when we come here in the presence ты должен of God, получить Слово от Бога. You have to receive the word ты from должен God. Его услышать. You have to hear it. Это закон. It is a law. Слово сбывается. And the word becomes true. И я всегда привожу в пример. And I always bring an example. Это как восход солнца. It's just like a sunrise. Вот мы можем с вами поститься и молиться. We can pray, we can fast. Чтобы солнце не взошло. For the sun not to come но придет завтрашний день. But tomorrow will come, и солнце взойдет. And there's going to be another потому sunrise, что это закон Божий. Because this is the law of God. Бог положил это в основание земли. Because God put it in the foundation о чем я of the говорю? Earth. What am I talking about? Ты должен услышать Слово Божье как закон, и оно должно прозвучать в твоей жизни. You have to hear the word of God as a law, and it has to sound in your life. И когда Бог что-то сказал, and when God said something, это исполнится. It will be true. Когда Бог что-то сказал, when God says something, когда люди постятся, when God, people are когда fasting, люди молятся, people are praying, и прозвучало Слово Божье, and then the, God said the word, заканчивай свой пост. Stop your fast. Благодари Бога. Be thankful to God. Ты получил то, что исполнится. You received what will become true. Ты получил то, что исполнится. You received what will поэтому be мы должны молиться столько, that's why we have to pray, покуда не прозвучит Слово Божье. As long, until we hear the word of God. Покуда не прозвучит Слово Божье. Until we hear the word of God. И столько много всего на земле происходит. And there is so much happening on this earth. И столько много зла происходит. There is so much evil happening. И я не знаю, почему еще даже за неделю до этого, за некоторое время. And I don't know why, even a week before this happened. Я много говорил, беседовал почему-то с неверующими людьми. For some reason, I was speaking a lot to unbelievers. И так получилось, что это были в основном американцы. And it so happened that mainly it was Americans. Я уже Геннадию говорил. And I was telling Геннадий. Почему-то он по-русски пытается проповедовать. For some reason he's trying to preach in Russian. И у него получается.
And it's great. Мне получается нужно по-английски проповедовать. And I have to preach in English. Очень интересно. И последний раз это было 3.5 часа, я проповедовал женщине о Христе. And it's very interesting. Last time it was 3.5 hours when I was preaching to a woman about Christ. И закончилось тем, что мне пришлось подарить свою английскую Библию любимую ей. And that's how it ended. And it ended in a way that I had to gift her my Bible, my favorite Bible. Что-то происходит интересное. Something is happening. Но люди, когда спрашивают о Боге, but people when they're asking about God. Две вещи. There are two things. Если есть Бог, if there is God, почему столько много зла? Why there is so much evil? Если есть Бог, почему маленькие дети умирают? If there is God, why little children are dying? Это такой вопрос, которым люди, я думаю, будут оправдываться перед Богом. And I think this is the question that people will use to justify themselves before God. Иногда создается такое впечатление, and sometimes I feel, что мы когда туда придем, that when we come there, вот эти тезисы Богу выдадим, we will give God these thesis, проголосуем, and we will vote, и Бог поменяет свое мнение. And God will change his opinion. Бог не изменяется. God does not change. Бог говорит, я тебе вначале сказал о том, что будет в конце. God says, I told you in the beginning what will happen. Это закон, который неизменен. And this is the law that's unchangeable. И я когда беседую с людьми, говорю, здесь мудрости много не надо. And when I speak with people, I tell them, you don't need much wisdom here. Вы когда Библию откроете, это прямо в первой главе. When you open the Bible, it's right there in the first chapter. Бог сотворил человека. God created man. Первая глава, 26 стих. In Genesis 1, verse 26. Сотворил человека по образу своему. God created man in his likeness. По образу Божьему. In his image. Не по образу человека, а по образу Божьему. Not in the image of a man, but in the image of God. И человек был наделен очень огромной властью. And God gave him a lot of power. Бог отдал эту землю во владение людям. God gave this earth. И Бог говорит, да владычествует человек на земле. And God allowed man to have dominion over this Бог earth. Подарил эту землю, другими словами, людям. In other words, God gifted this earth. Он приходил вечером, общался. He was coming at night and но он уже не устанавливал законы. But he was not establishing laws. Люди называли зверей. People were naming animals. Люди ухаживали за этим садом. People were attending to the garden. Но он находился во власти людей. But it was they had dominion over. И это была свободная воля. It was a free will. И это было подобие Бога. And it was in God's likeness. Было дерево, от которого ты мог кушать, и это было зло. There was a tree from which you could eat, and this was evil. И было дерево добра. Интересно, догадались ли от него вкушать люди? And there was a tree of goodness, and I wonder if people decided to eat from that as well. И земля пошла по нашему с вами плану. And then earth. Бог определил начало, Бог определил конец. Because God predetermined the beginning and the end. Но к удивлению нашему, but to our surprise, и сегодня у человека есть выбор. Even today, a person has a choice. Вкушать от дерева зла, to eat from the tree of evil, или вкушать от дерева жизни. Or to eat from the tree of life. И мы тоже сегодня выбираем. And we are choosing today. Каждый человек сегодня выбирает. Every person chooses today. Библия говорит, выбери жизнь. And the Bible says, choose life. Но мы часто выбираем то, что выбирают другие. But we often choose what others choose. И мы думаем этим оправдаться. And we try to justify большинство. Ourselves by that. Majority. Матфея 7 глава. In Matthew chapter 7. Христос говорит, что есть широкий путь. Christ says that there is a wide road. Которым идут многие. And many are following that road. Но этот путь в погибель. But that is a way to destruction. Христос говорит, что многие идут в погибель. And Christ says that many are going into destruction. А есть узкие врата. But there are narrow gates. И за ними узкий путь. And then a narrow way. И этот путь ведет в жизнь вечную. And that way leads to eternal life. Но немногие находят не путь, а врата. But not many are able to find not the way, but the gate. У нас сегодня еще будет молиться много. And we will be praying a lot today. Позвольте прочитать Иоанна 5 глава. Это то, о чем я хотел сказать. And allow me to read John chapter 5, and this is what I wanted to talk about. Это важно, если остальное не скажу, но это я хочу сказать. And this is important. If I don't have time to say more, this is. Я хочу сказать о путях Божьих. And I would like to talk about the ways of God. Давайте прочитаю по-русски, по-английски, может высветиться. Евангелие от Иоанна 5 глава. It's John chapter 5, and we'll have English on the screen. После этого был праздник иудейский, пришел Иисус в Иерусалим, есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 6 каменных ходов. В ней лежало великое множество больных, хромых и слепых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первым сходил в нее, по возмущению воды тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус увидел его лежащего, узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли ты быть здоровым?»
Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмущается вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Вставай, возьми твою постель и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Аминь. Аминь. 38 лет в болезни. He was sick for 38 years. Такая интересная история. It is such an interesting story. Скорее всего, это был праздник кущей. And this was the Feast of Tabernacles, приходит Христос. Christ comes. Приходит Христос. Christ comes. И ведет себя как-то непонятно. And he behaves weirdly. Он заходит в эту Вифезду купальню. He comes to this, pool, Bethesda. Нашли эту купальню, может, нет времени немного рассказывать. And I don't have enough time to talk about it. На самом деле, оказалось, это было два бассейна рядом друг с другом. And it turned out to be two pools next to each other. Значит, в 4 веке существовало, значит, они разрушили, когда разрушался Иерусалим. And it existed in the 4th century, so they destroyed it when Jerusalem was destroyed. Крытые хода, это не значит, что какое-то подземелье было. It was covered entrances, so it was not underground. Это была крыша такая на колоннах, это было архитектурное строение, очень красивое. It was a roof on columns, standing on columns, and it was a beautiful architecture. И там оно по-другому немножко расшифровывается. And it's, explained сегодня in a не об этом. In a сегодня way. О том, But it's not about that что Христос приходит на праздник today, we were talking about Christ that came и куда-то to the feast, идет целенаправленно. And he is going somewhere. Куда-то идет, я думаю, что встречались люди, которые узнавали, что это идет Христос. Христос куда-то пошел, не взяв с собой учеников, не взяв с собой никого. Christ went somewhere without taking his disciples, not taking anybody with him. Христос точно идет и знает, куда Он идет. Четкий план действий. And he has the plan of и я всегда говорил, Бог ничего не делает зря. And I will say that God doesn't do anything in vain. Бог всегда отталкивается от цели. And God always has a goal. Бог ставит цель и потом начинает что-то делать. God has a goal, and then he begins Бог не просто сотворил человека God didn't just create a man, и потом подумал, куда я его поставлю. And then he started thinking, where should I put him? Была цель. No, there was a goal. И Бог шел от нее. And God was using that goal. Это мы иногда что-то делаем, и потом просим Божие благослови. Sometimes we do something and then we ask God Бог так не делает. God doesn't do it that way. Приходит Христос. Christ comes. И в один момент он поднимается и начинает идти. And one moment he gets up and he begins walking. Он проходит через город. And he goes through the town. К этим воротам. To those gates. Он заходит через эти 5 крытых ходов, тоже много образов. And he's walking through those 5 covered entrances, and there is many images И я думаю, что там было достаточно людей, которых можно было пожалеть. And I think that there were a lot of people that he could have sympathy Я думаю, что там не только лежали пожилые и старые, там бы, скорее всего, были и дети. I don't think that there were just elderly there, but most likely there were kids. И если люди прослышали, что здесь каким-то образом можно получить исцеление. And if people heard that in some way you could receive healing here. Люди туда стекались. People were going there. Интересная эта история. С ангелом, который сходил. And it's an interesting story with an angel Мы когда-то об этом поговорим. And we will talk about it at one point. Писание говорит, что сходил, и по воде шла дрожь. The scripture says that he was coming down in the water, and the water was bubbling. И люди верили, что опустившись в эту воду, можно исцелиться. And people believed that if they get into that water, they can be healed. И там глагол стоит «исцелялись». And the verb says that they were getting healed. Кто-то мгновенно, кто-то выздоравливал. Somebody was immediately, and somebody was just getting better slowly. Люди так верили. People believed. Христос не пришел их туда разочаровывать в этом. And Christ didn't come there to disappoint them. Христос не пришел разбираться, чей там ангел приходит. And Christ didn't come to decide who Он шел целенаправленно. He was just walking with a goal. В какой-то момент, я думаю, пришлось переступать этих больных. Всемогущему Богу, который мог исцелить всех по одному слову. Нужно было переступить слепого. Нужно было обойти хромого. Родители, наверное, которые сидели ближе к этим бассейнам с детьми своими маленькими. И кто-то Христа, я уверен, узнавал. Новость о нем ходила. Дело в народе. Because the news about him was all over the Христос nation. Обходит всех. And Christ is passing everybody. И находит человека. And he finds a person. Он узнал, скорее всего, мог спросить. Most likely he recognized and he could ask. 38 лет. 38 years. 38 лет лежит. He is laying there for 38 years. 38 лет. 38 years. Церковь дорогая, я знаю, что такое 38 лет. Dear church, I know what 38 years means. Мне 38, чуть Because больше. I am a little bit older than 38. Представьте всю свою жизнь. Imagine your whole life. Не ходить. Not to walk.
Написано, я прихожу. Как-то он полз туда. It is written, I come. Somehow he was crawling there. Он говорит, что когда я прихожу, уже поздно. And he says that when I come, it's too late. Этот отрезок пути надо как-то или на локтях, как-то надо было ползти. Somehow he was supposed to crawl there that short distance. 38 лет. 38 years. Может, он не с детства там лежал. Maybe he wasn't laying there from his childhood. Скорее всего, был не местный, потому что некому было за ним смотреть. And most likely he was not local because there was nobody taking care of him. Людей приносили, ложили, это было везде в Евангелиях. And people were brought there, and it's written everywhere in the Gospels. И Христос почему-то начинает с этим человеком диалог. And for some reason, Christ begins to speak with this man. И я так смотрю, знаете, 38 лет что-то терпеть. And you know, I'm looking at this to suffer for 38 years. Да уже бы смирились, наверное, мы с вами. We would probably just humble ourselves. У нас сразу такая бурная реакция, мы записки подаем, просим всех молиться. At first we have this wild reaction and we write notes and ask everybody to pray. Год, два проходит. A year, 2 years pass. Мы уже потом этих людей не навещаем. And then we are not even visiting those people. Ну, может, тогда там с левопреломлением зайдем. Well, maybe we will stop by with the Holy Communion. Мы привыкаем. We just get used to Возле it. Нас много больных людей. There are many sick people next to us. Это хорошо, пока мы в церкви, вроде все здоровы. And it's good when we are in church and it feels like everybody's healthy. Вы зайдите в больницу. Go to the hospital. Иногда, когда в больницу зайдешь со своей проблемой, Sometimes when you go to the hospital with your problem, посмотрел на других людей, you look at other people, и выздоровел сразу. And then you get healed right away. Много людей больных. There are many people that are sick. И Христос приходит только к одному. And Christ comes only to one. 38 лет не потерять надежду. Not to lose hope for 38 years. 38 лет я живу, и у меня четкий план действий. For 38 years I live and I have a clear goal. Я прекрасно знаю, что произойдет. I know what is going to happen. Произойдет мое исцеление. My healing will come. Я уже 38 лет его жду. I'm waiting for it for 38 years. И я даже рассказываю об этом. And I'm even talking about Моя вся жизнь сошлась в этой точке. My whole life just came to this one point. Я должен быть исцелен. I have to be healed. Уже, может, полжизни прошло. Maybe half of my life has passed. Может, он не с детства был этим больным, может, почти вся жизнь прошла. Maybe he wasn't sick from his childhood, maybe his whole life passed. Есть четкий план. He has a clear path. Я сдалека смотрю на эту воду. I'm looking at that water from far. И я ожидаю. And I am expecting. И я понимаю, эта вода однажды зажурчит. I understand that that water will bubble up. Я видел, как Бог исцеляет других. And I saw how God is healing Поднимались others. Люди хуже, чем я. People that were worse than me. Может, кто-то на самом деле успевал доползать такой, как я. And maybe somebody like me was able to crawl in time. И что-то происходило. And something happened. У меня четкое понимание. I have a clear understanding. Единственное, чего у меня нет. The only thing I don't have. Мне бы посредника какого-нибудь. I would need a mediator. Мне бы кого-нибудь, чтобы со мной посидел. I would need somebody to sit next to me. И как только мы увидим, что там эта вода, And as long as we see that water, возьми меня. Take me. Брось меня просто туда. Just throw me there. Как-нибудь затяни меня хоть за руки, за ноги. Just drag me by my hands, by my У feet. Меня план. I have a plan. У меня вера. I have faith. Я определился. I Я не жалуюсь на жизнь, мне нужно что-то одно в этой жизни. I just need one thing in this life. Христос приходит, Christ comes, находит этого человека. He finds this man, и мне нравится этот стих. And I like this verse. Восьмой стих. It's verse 8. Иисус говорит. And Christ says, вот эти два слова меняют все. And those two words change В твоей everything. Жизни меняется все, когда начинает говорить Христос. Everything in your life changes when Дорогие Christ мои люди, speaking. О чем я сегодня хочу сказать? Dear people, what I want to talk мы about верующие today. Люди, мы все ходим с Богом. We are believers and we all мы walk верим, with God. У нас нет проблемы с верой. We believe, we don't have мы видели a problem много исцелений, они происходили. We saw many healings Может, они many даже happened. У тебя в жизни происходили. And maybe those happened Может, in your life. Ты молился, и люди исцелялись. And maybe you prayed and people Но got что-то healed. Нужно тебе. But you need something. И у меня есть прекрасный план. And I have a great plan. Я буду молиться, поститься, Бог придет. I will be praying and fasting, У меня and есть прекрасный come. План. I have a great На очередной конференции next conference, очередной мой любимый помазанник my next обязательно one. Возложит на меня руки. He will lay his hands on и me. Я поднимусь. And I will О, Господь, up. Я поднимусь. Oh, Lord, I will Мне stand бы дотянуться up. До этого помазанника. I just need to reach Оказывается, у него много one. Друзей. Because he has many friends. Я буду стоять и ждать. Может быть, я дождусь. And I will be standing there and waiting, and maybe I will come to Может, если вот этот служитель за меня помолится, and maybe if this minister prays for me, с ним Господь. Because Lord is with him. И мы так ждем. And we are waiting. Кто-то всю жизнь так прождал. And somebody waited their whole Дорогой мой человек, life like тебе that. Нужен посредник. My dear friends, you need a mediator. Но этого посредника имя Иисус Христос. But the name of that mediator is Этого посредника имя Иисус Христос. But the name of that mediator И все, что Jesus тебе Christ. Надо, and all you need чтобы Иисус заговорил в твоей жизни. Is for Christ to speak ты много in your слышишь life. Проповедей. Because you hear many sermons. Ты Библию можешь цитировать лучше, чем я. And you can cite the Bible better И than с этим me. Все хорошо. And it's good. Ты веришь, и потому ты на этом месте. You believe, and that's why you're in this Когда place. Последний
последний раз Иисус говорил в твою жизнь? But when was the last time that Christ spoke into your life? Мы годы без этого живем. We live for years without it. Мы обижаться начинаем. And we start getting Мы планы offended. Рассказываем свои. And we are sharing Мы our верим plans. Что-то. And we believe Кому-то in something. Бог видение показал, откровение дал. And God has shown visions Мы с этим and живем. Revelations Мы лежим someone. Среди больных. But we are laying among those sick. Тебе нужен посредник. You need a mediator. Библия просто говорит. And the Bible says it simply. Един посредник между Богом и человеком. There is a mediator between God and Это man. Это человек Иисус Христос. And this is a man, Jesus Christ. Это может быть человек Иисус Христос. It can be a man, Jesus Christ. Ты можешь ждать от того, что здесь кто-то произнесет слово. And you can wait for someone to speak the word from говорю, here. And I'm telling you. Бог может через твоего соседа проговорить. God can speak through your neighbor. Я тебе говорю, когда Иисус говорит. And I'm telling you when Его God speaks. Другие нужды и проблемы. He's not stopped by other Он не needs, остался other где-то, problems. Где больше нужд. And he didn't stop and stay where there were Иисус more needs. Идет к тебе. God, Jesus walks Я to утвердил. You. And I'm я буду исцелен. I will be healed. Я долго ждал. And I was waiting я не обижаюсь time. На Бога. And I'm not я знаю, что есть God. Какой-то момент. And I know that there's a moment. Я знаю, кто-то придет и что-то сделает. I know that somebody will come and что-то do something. В моей жизни произойдет. Something will happen и я in знаю, my что life. Ты живешь с этим ожиданием. And I know that you are living и я with живу that. С этим ожиданием. And I live with that expectation. Мне нужно, чтобы Иисус проговорил что-то. I need Jesus to say something. Если тебе Иисус скажет, встань и ходи. And if Jesus tells you, stand up and Вставай walk. И ходи. Get up and walk. Если Бог через осла может говорить, if God can speak through a donkey, то точно через твоего соседа Он может что-то говорить. Then he can definitely speak through your neighbor. Дорогой мой человек, этому миру нужен Иисус, который говорит. My dear friend, this world needs Тебе не Jesus нужна очередная speaks. Вдохновенная проповедь. You don't need another sermon. Очередная молитва помазанника. Another prayer of an anointed С этим one. Словом у нас проблемы в последнее время. Because we have issues with that Помазанником lately. Назывался только Христос. Only Jesus Christ was called Ни один anointed из апостолов one. Не присвоил себе это звание. Not one of the apostles had that Помазанником name. Был Иисус Христос. Because Jesus Christ was так the вот, only если тебе нужна one. Молитва какого-то помазанника, so if you need the prayer of the anointed этот one, помазанник Иисус Христос, Jesus Christ is Он that Отцом anointed помазан, one. Because he was anointed а на by тебе his и мне может пребывать Дух Святой. And you and me, we can have the Holy Но исцеление Spirit. Происходит тогда, And that healing happens. Когда Дух Святой приходит. When the Holy Spirit Когда Иисус comes, говорит. When Jesus speaks. Если я провозглашу. If I proclaim. Это еще ничего не значит. It doesn't mean anything. Но если Дух Святой наполняет. If the Holy Spirit fills. Провозглашай. Then proclaim. Говори. Then speak. Не умолкай. Do not be silent. И Бог будет что-то делать в твоей жизни. And God will be doing Дорогой something in your человек, life. My dear friend. Я так хочу, чтобы ты подружился с этой Библией. I want you to become Нету friends времени, with this я бы тебе Bible. Рассказал из опыта. There is not enough time, but I'll tell you from my experience. I'm Я не very проповедую practical. And I'm not Я preaching fantasy. Живого Бога. I'm preaching a living God. Много раз, когда Бог мне говорил ночи. And remember many times when God spoke to me Я поднимал свои нужды перед Ним. And I was bringing my needs получал физическое исцеление. And I was receiving physical healing. Потому что Дух Божий был на этом месте. Because the Spirit of God was in this place. Because I believed. Что есть один источник на этой земле. There is only one source on this earth. Это источник, когда Иисус говорит. And that source is when Jesus speaks. И когда Иисус говорит. And when Jesus speaks. Если никого рядом не окажется. And if there's nobody next через животного проговорит. Then he will speak through an animal. Он в атмосфере проговорит. He will speak in the atmosphere. И ты сразу отреагируешь. And you would react right away. Потому что что-то начнет меняться. Because something will begin to change. Знаете, чем отличается Слово Божье от другого слова? And you know what is the difference between the Word of God Слово and another word? Слово Божье — это всегда глагол. Because the Word of God is Слово always. Слово Божье — это всегда действие. It's always an action. Это не красивая теория и 10 пунктов твоего счастья. It's not a beautiful theory and 10 points of how to become happy. Это жизнь в Иисусе Христе. It is life in Jesus Christ. И этот красивый стих 8. And this beautiful verse 8. Все начало происходить в твоей вере. Everything began to happen. Когда Иисус заговорил. When Jesus spoke. Когда Иисус заговорил. When Jesus spoke. И когда Иисус заговорит. And when Jesus speaks. А Он заговорит. And he will. Я, может, 38 лет веровал. And maybe I believed for 38 кто-то 12, years. Кто-то 18. Somebody 18. Кто-то вчера к Богу пришел. And somebody came to God just yesterday. И Иисус заговорил. Jesus spoke. И все стало меняться. And everything began to change. Заговорил законодатель этой земли. Because the one who founded this earth. Ему не просто болезни подчиняются. He spoke and sicknesses are in his control. Ему время подчиняется. And the time is in his control. И он может его даже останавливать. And he can even stop the time. Иногда ты можешь переживать это в молитве. And sometimes you can experience that Дорогой in your prayer. Дорогой мой человек. My dear friend. Мы будем молиться. We will be praying.
Не потеряй это слово из своих рук. Do not lose this word. Не потеряй надежду. Do not lose hope. Нам хочется завтра результат. We want to see the result tomorrow. Но даже если 38 лет, But even if it's 30 years, я буду верить. I will believe. Потому что он сказал однажды. Because he said once. Я приду в твой дом. I will come to your home. Библия говорит, хоть и медлит, но исполнит. The Bible says that even if he's taking time, Не надо верить то, что я говорю. You shouldn't believe in what I say. Ты должен это услышать из уст Господа. You have to hear it from the mouth of the Lord. Открывай Библию. Open the Bible. Если он скажет, что он придет, if he says that he will come, он обязательно придет. He will come for sure. Поднимаемся на наши ноги, молимся. Let's stand up to our feet and pray. Господь, благодарим и славим Тебя, прекрасного, святого и вечного, чудесного, благословенного Бога, потому что у Тебя всегда есть Слово. У Тебя есть глагол, Господь, у Тебя нету теории, Отец. У Тебя есть практика жизни, Господь, хождение в Святом Духе. Господь, Ты един помазан на наши ответы и на наши, Господь и Бог мой, на наши действия в нашей жизни, Господь. И мы так хотим, Господь, из Твоих уст что-то услышать, Отец. Мы так хотим из Твоих уст что-то услышать, Отец. Не добавлять, не отнимать, но верить, молиться и служить, Господь. Благословляем Тебя, величаем Тебя. Говори, Господь, сегодня, и пусть Твои глаголы, Отец, будут для людей, которые в нужде, для людей, которые ожидают, может быть, 38 лет, но пусть Твои глаголы прозвучат. Мы за все Тебя благодарим, мы за все Тебя славим, нашего великого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь.